У Dreamliner заводских дефектов не выявлено. Об этом сообщили на пресс-конференции в Токио представители Министерства транспорта Японии. Проверка Боинга 787 была проведена после экстренной посадки из-за возникшей на борту технической неполадки. Первоначально специалисты подозревали наличие брака в аккумуляторных батареях самолета, одна из которых стала причиной возгорания на Dreamliner, прилетевшем из Японии в аэропорт Бостона. Однако детальная проверка не выявила наличие неисправности в аккумуляторах. Эксперты не исключают, что проблема может быть связана с электросистемой лайнера, поэтому надзорные органы США требуют, чтобы Боинг доказал безопасность батарей, прежде чем они дадут разрешение вновь поднять Dreamliner в воздух.